Смотрите, начинаем в атаке. Практически всегда, ребят, практически всегда работает 6 человек. Мы расписываем, приходит у нас кто повыше играет персонально. Тоже в зависимости от ситуации, но здесь уже 9 человек, потому что проигрывали. Значит, что хочется, ребят, еще одно. Вот его это си. Стой. Система, где это там? Да, Манишку только бережай. Давай, ребят, пошли. Задача просто сбросить под милю, милю уже найдет. Если ты уже будешь два центральных, ты будешь проигрывать, тогда уже будет искать полку. Давай, хлопцы. Давай. Колокольчик копать, там руководит сзади. Бжитко мови нам. Добро. Брест. Рядом. Табак. Тут сразу. Пока что все будет. Пока что будет, не мать ни пострегов. Как-то может стать. Чтобы тебя услышали, по крайней мере, понимаешь, ты своим криком, ты можешь, то есть они тебя могут увидеть, даже на голос дать. Либо защитник может тормознуть, ну, когда ты понимаешь, а так ты всегда рядом что-то бегишь, ну, понятно, и будешь холостую бегать дальше. Come on.
Ты не можешь, ты сделал так? А? Что не нет? Такой же момент должен быть. По игре. Сюда, сюда отработал. Оно понятно сейчас на работе. На любой. Не превращайте игру в авантюру. Это касается именно концовки. Концовки второго тайма, ребят. Еще раз говорю, если будет так обрезаться, будет так обрезаться. На простых мячах. Значит, Влад, вот было сложно в плане игр, ну ничего, ребят, ничего страшного. Это первые шаги, поэтому за то отношение, за их отношение выдать на тренировках. Всем большое спасибо. И по плану. По плану. Отдыхаем, встречаемся. Все, спасибо.